Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. И сегодня мы будем готовить омлет со сморчковой шапочкой. Я отобрала себе буквально немножко для одной порции. Взяла, у меня лук большой, крупный, поэтому я отрезала небольшой кусочек. Предварительно я сморчковую шапочку отварила два раза. Первый раз в течение 10 минут, второй раз в течение 5 минут. Итак, готовим. Нарезаем лук. Я нарезаю мелко. Вы можете нарезать так, как нравится вам. Лук я порезала мелко. Разогрела сковороду, добавила туда растительное масло и будем обжаривать сначала лук. Лук обжариваем буквально пару минут. За это время мы порежем грибы. Сморчковая шапочка хоть и вареная, но все-таки у меня немножко крупная. Ножки лучше порезать помельче. А шапочки можно, кстати, и оставить так. Можно порезать пополам. Нарезаем. Грибы я порезала, шапочки разрезала пополам, а ножки нарезала мелко. Мне так больше нравится. Лучок у меня отлично зажарился. Я люблю, когда он золотистого цвета. Он будет слегка хрустеть. Очень вкусно. Рекомендую. Добавляем сморчковую шапочку. И обжариваем все в течение 5 минут. Этого будет вполне достаточно. Огонь делаем немножко потише, а то, видите, все стреляет. И можно посолить и поперчить грибочки. Так как мы будем готовить омлет с грибами, яйца разбиваем в отдельной тарелке. И добавляем немного молока. Примерно 50 миллилитров. И все хорошо перемешиваем. Я для этого обычно беру вилочку. Взбивать не обязательно. Но если у вас есть желание, вы можете и взбить. Я яйца солю сразу, прямо вот сейчас. Добавляю соль и немножко перца. Также сюда можно сразу добавить немножко зелени. Если у вас есть сыр, то можно добавить немножко сыра, будет еще вкуснее. У меня нету, поэтому я перемешиваю все. Еще раз хорошо. Грибы у меня отлично зажарились, и я заливаю все яйцом. Если вы считаете, что мало зелени, можно добавить еще. Все, закрываем крышкой и ставим на медленный огонь. До готовности это примерно 3-4 минуты. Вот и все. Наш омлет готов. Выглядит очень аппетитно. Перекладываем его в тарелочку. Посмотрите, какая вкуснятина у меня получилась. Мне кажется, омлет шикарный. Я всем желаю приятного аппетита, кто ко мне присоединился. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще очень много интересного. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.